Режиссер спектакля Жолдасбек Жуманбай впервые в театральном мире обратил внимание на слова назидания Абая и на этой основе разработал постановку. В нем изображены человеческие пороки, бесчестие, непристойности и невежество. Как известно, до сих пор эти проблемы актуальны для общества. Спектакль. Сегодняшний спектакль поставлен с целью разъяснения слов назидания Абая. Он посвящен 175-летию со дня его рождения. Спектакль поставлен в новом формате, еще неизвестном для зрителя. Спектакль нацелен на популяризацию национальных ценностей в сочетании с проблемами современности. Этот спектакль уникален среди всех пьес, потому что здесь слова назидания изображаются как образы. Это невозможно передать словами. Сейчас мы осознаем, насколько слова назидания Абая Кунанбаева глубоки и заново постигаем их смысл. Единственный герой спектакля – Абай и его мысли. В спектакле поднимаются актуальные проблемы современности. Цель постановки – дать представление зрителю через мир Абая Кунанбаева. Айгерим Бегенова, Салтанат Бейсенова, Медет Кайыркенов, Дидар Умурзак, Кокшак Парад.